Какой именно страх вы имеете в виду, говоря, что страх страшнее всех пороков? Ведь мы каждый день испытываем страх в виде большую собаку или проходя темный переулок. Ровно в той степени он страшен, в какой он руководит вашими поступками. Страх – это сигнал предупредительный. Его не испытывать нельзя. Но слушаться его, зависеть от него, принимать решения, исходя из него – это грех. Тяжелый, непростительный.